Всем привет! Сегодня снимем про нашу черную львинку, белковый корм. Для чего я ее развожу? Начал разводить. Это, кто не знает, спрашивает ноги. Вот она, сейчас покажи. Вот такая муха. Что-то не фокусируется. Так, вот такая муха, ладно. Сейчас покажу по-другому. Она откладывает у нас, вот она, это дохлая муха, нам нужен ее опарыш. Она откладывает яйца, вот она, видите, сколько у меня вылупилось. Поначалу я думал, ну что-то не то, вылуплялось, а так понемногу, они сразу подыхали. Ну вот, вылупилось сразу очень много, целая куча, и уже есть яйца, уже откладывают личинки. Я ее развожу для своей многочисленной птицы. У меня много курей, вот, певчие птицы. Ну, в основном будем кормить кур. Вот они летают, спариваются, прям я видел. Сейчас я им немного увлажнил. Они, ну, вот видите, они летают. Я вижу, что они там спариваются. Пошло, короче, движение. Не знаю, как много, мало будет. Ну, уже яйца есть. Отложили, правда, где попало. Вон они. А вон яйца даже сейчас тоже откладывают. Вот прям видно они. А вот она паруется. Вот видите? А что, сдохла что ли у него на конце? Ну, короче, что-то паруется. А вон, видите, яйца откладывает. Вот. Она, вот эта муха откладывает туда яйца. Там уже есть личинки. Сейчас я буду... Они даже есть на полу. Вот здесь отложили. Сейчас попробуем это все дело собрать. Приготовил вот такую, сейчас освещение включим. Приготовил вот такую кормушку, это отруби. И сейчас положим на эту сетку опарыша. Ну его там не, личинок, их там немного. Ложат на сетку, чтобы они там, видимо, не сгнили, что ли, в этих мокрых отрубях. Ну, по инструкции будем делать. Вроде бы процесс пошел, я-то переживал, что не получится. Ну, что-то не пошло не так, очень все было вяло. И в один прекрасный момент я захожу утром, а здесь их море. Здесь вот, видите, как солдаты прям построены, здесь прям кишит. И этот, а ту черную муху мясную, опарыша, я сразу же, она уже начала почти вылупляться, я сразу же убрал, отдал курям, чтобы, ну, здесь не было двух мух этих. Чисто будем заниматься сейчас вот черной львинкой. Давайте сейчас соберем опарыши. Вон они, видите, откладывают, подлетают. Яйца соберем, посмотрим, как это выглядит. Так, вот они, яйца. Вот. Вот они. Здесь упали. Где вы там? А вот. Хорошо, на бумажку поставил, на картон. Ну, процесс пошел. Так, а вот они. Вот они. Яйца. Видите? Между ними вот так спичкой. Это нужно пространство спичкой. И термоклеем. Ну, спичку закрепил, заклеил. Получается, щель, они откуда туда. Вот. Вот так кладку. Сейчас я вот на эту сетку ее все размещу. Ну вот, что я собрал. Кладка вот такая получилась. Вот этих личинок. Сейчас посмотрим. Ну, никуда я их, наверное, убирать не буду. Оставим здесь. Наверх поставлю это. Вот это вольера. И посмотрим, когда они вылупятся, что будет. Ну, процесс пошел. Процесс пошел. Сейчас пока с одной выгребал. Вон на вторую, видите. Вон там налетели. Сейчас, ну-ка, освещение надо выключить. Вон на ту налетели. Не видно. Короче, вон они. Откладывают еще яйца вон на вторую. Ну,
Вон, видно прям, как они туда откладывают яйца, ходят. Так что все. Я-то переживал, что ничего не идет. И как и все, когда что-то новым начинаешь заниматься, охота результата быстро. А есть пословица: не тряси зеленое яблоко, когда оно успеет, оно само упадет. Поэтому терпение. Кто обладает терпением, тот обладает всем. Поэтому в любом деле надо терпеть. Ну не терпеть, а ждать. Подождать в пределах разумного. И посмотреть, что будет. Видите, сколько их они кишат. Все стены, все усланы. Откладывается яйца. Вот все, процесс идет, кипит. Жизнь кипит. Поэтому посмотрим, как дальше дело пойдет. И будем снабжать наших курочек высокопротеиновым кормом. Покажу. Будем наблюдать. У меня, в принципе, есть брудер, где можно держать какую надо температуру. Но говорят, для личинки там такая, если здесь все стоит, вот здесь все стоит на автоматике. Вот сейчас у них влажность 69%. Ну, это, говорят, самая идеальная влажность. 50, там 70. Температура у них сейчас 30 градусов. Все здесь выставлено на автоматике. Освещение, да, горит круглые сутки. Когда днем светит солнце, даже вот через этот зеленый поликарбонат, вся муха перелетает на эту стенку. И они более активные, когда светит солнце. Поэтому, вон там их, вон пошел процесс. Еще одна прилетела. Откладывают. Так что, слышите? Щегол заливается. Здесь мне очень весело. Я вечерами провожу очень много времени с птицей. Сейчас уже время, по-моему, часов 9 вечера. А я еще с мухами лазил, блин. Не с семьей, а с мухами. Капец, да? Полдевятого, блин. Вот так. Ладно. Большое спасибо за просмотр. Будем наблюдать, обязательно покажу. И будем потом кормить наших курочек. Посмотрим на результат. Так что мух развожу я для своей птицы, чтобы снабдить протеиновым кормом. Все. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.